Светлана Митьковиц в третью поликлинику сегодня пришла целенаправленно. Здесь женщина состоит на учете, у нее хронический бронхит. СМС-сообщение с приглашением принять участие в прививочной кампании пенсионерка не проигнорировала. Знает, что укол пойдет только на пользу. В этом Светлана Григорьевна убеждается которую осень подряд. Я вот третий год попробовала, 2 года я уже делала. И я даже если я заболею, то я... Форма полегче. Но вот тот год я вообще почти не болела практически. Ну, я просто готовлюсь к этому. Я настроена на то, что я верю прививкам. Прививочная кампания против гриппа в третьей поликлинике в самом разгаре. Привиты уже около 3000 человек. Напомним, вакцинация рекомендуется всем. Особенно показана детям, беременным женщинам и людям старше 65 лет. Не стоит недооценивать иммунизацию также медикам, учителям и работникам сферы обслуживания. Препарат российского производства бесплатный. Очень важно, что та вакцина, которую мы имеем сегодня, а это вакцина Gripple Plus российского производства, уже использована нами была неоднократно в течение ряда лет. Проявила она себя крайне результативно, поскольку мы за прошлые годы не имели эпидемии гриппа. И это, в принципе, самый главный результат нашей работы. И мы это объясняем нашим пациентам, что сегодня единственный реальный шанс не заболеть гриппом или хотя бы заболев, не получить серьезных осложнений, это прийти в поликлинику и сделать прививку. К слову, сегодня в городе привито 17% жителей. Специалисты акцентируют, лучше всего проводить вакцинацию в осенний период, чтобы успел сформироваться иммунитет. На это в среднем до 21 дня. Затем в течение 2-3 недель после вакцинации появится защита против вирусов, которая будет действовать до года, после чего антитела разрушаются. Вакцина против гриппа содержит самые актуальные штаммы вирусов гриппа, которые эффективны будут в этом эпидсезоне. Это вирус гриппа А, H1N1. Вирус гриппа Б и H1N3. Стоит помнить, эффективность прививки от гриппа гораздо выше иммуномодуляторов, витаминов и гомеопатических средств. Получить укол здоровья каждый может в поликлинике по месту прописки. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.